Здравствуйте, дорогие зрители! Сейчас вы увидите фильм. Даже не фильм, а попытка показать довольно ограниченными средствами лишь небольшой фрагмент из жизни оленеводов. В данном случае лов производителей арканов. Я долго думал над тем, как наиболее доступно преподнести данный видеоматериал. И все-таки остановился на том, что мой комментарий немного поможет вам понять некоторые нюансы происходящего на экране. Начну, пожалуй, с того, что оленеводы Чукотки все лето и осень кочуют со стадом вдали от своих летних стойбищ, в большинстве своем на гусеничной технике. И одним из самых важных этапов в работе оленеводов является гон оленей. От его результатов зависит будущий прирост поголовья оленей, то есть само благополучие оленеводов. Еще задолго до начала гона, а он обычно начинается в начале сентября, оленеводы весной и летом ведут тщательный отбор производителей. В гону допускаются половозрелые самцы не старше 4 лет. 4-летние самцы, а именно они называются производителями, а пастухи их называют четвертаки, вступают в гон первыми. Обычная норма для одного самца – это покрытие около 20 важенок. Нагрузка довольно значительная, так как каждую течную важенку надо долго искать по стаду, потом долго преследовать ее и постоянно вести изнурительные бои с другими претендентами на право обладания важенкой. Самцы в это время не спят, не едят. Инстинкт размножения заставляет снова и снова искать себе новых партнерш. За 2 недели такой жизни производитель теряет весь свой жир, накопленный за лето. А впереди еще долгая трудная зима. И вот здесь вот кроется некоторая особенность оленей, и ее затрагивает как раз тема этого фильма. Дело в том, что у диких северных оленей и у большинства одомашненных оленей Чукотки существует некий барьер, основанный на инстинкте самосохранение, которое не позволяет производителю доводить себя до полного истощения. В определенный момент после покрытия 10-15 важенок самцы просто прекращают гон. У них еще остаются силы и упитанность, чтобы перезимовать в арктической тундре. Не вдаваясь за технические подробности структуры стада, скажу, что когда-то оленеводам потребовалось увеличить количество важенок в стаде для большей экономической отдачи. Естественно, это сделать пришлось в ущерб другим паловозрастным группам. Нужно было уменьшить количество производителей в стаде, тем самым увеличив нагрузку на каждого самца до 20-25 важенок за период года. Для этого на протяжении нескольких поколений оленеводы вели тщательнейший отбор производителей по происхождению, по экстерьеру, скороспелости, в общем, добиваясь от самцов
высочайшей производительности. И в какой-то момент были получены такие производители, но с одной особенностью. Они не прекращали гон, дойдя до крайнего истощения. И многие зачастую умирали еще до наступления холодов. Нужно было найти способ, как в определенный момент заставить производителей прекратить гон и, в общем-то, сохранить силы для будущей зимы. Ну и метод оказался очень прост. Надо отпилить рога самцу, его очень важный инструмент ведения гона, его оружие устрашения. Это вот и приводит к желаемому результату. То есть производитель успокаивается, и к началу снегопадов и морозов даже успевает накопить кое-какой жирок. Вот сегодня мы и увидим, как выявляют, ловят и валят производителей, и как отпиливают им рога. Обычно работу начинают с отлова небольшого бычка, так сказать, для разминки. Вот сейчас бригадир прямо с подхода его и поймает. В период гона самцы довольно агрессивны, и к ним опасно приближаться. Они даже могут поднять человека на рога. Вот смотрите, сильно ударил человека. Это разминка. Все растянем. Все, Васька, подходи. Он больше не будет хватать. Есть, быстрей! Вот сейчас увидите, как будут отпиливать рога. Для этого обязательно завязывают задние ноги, чтобы производитель не вскочил, иначе можно получить травму. Вот в виде восьмерки аркан. Довольно трудное занятие пилить рога. Обычно сил хватает пилить пару рог, потом за пилу берется другой человек. Ножовка обычная, по дереву, с мелкими зубьями. Правда, приходится часто ее затачивать.
все. Бычок стал лысаком. Сейчас его начнут гонять даже телята. От былой храбрости не останется и следа. Вот нашли еще одного, уже покрупнее. Сейчас бригадир опять с подхода его поймает. Вот здесь поймали довольно большого производителя, и с ним придется помучиться больше. Сейчас обратите внимание, что он будет таскать за собой четверых человек. Этот действительно опасный, к нему приближаться очень опасно. Аркан порвал. Слышь, арканы даже рвет. Вася, еще раз подойди. Вторые штаны тебя порвут. Дима, поближе, за задние ноги надо поймать. Ну еще, так сказать, люди не проснулись. Что ты боишься? Поближе подходи. Есть. Тяни. Давай, валите быстрее. Вот подошли еще люди. Вася, давай, вали. Прям на него садись. Вася, садись на него прям. Не бойся, он же вперед не пойдет. А, все. Поздно. Опа, быстрей! А пока он... Опа! Давай, 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 давай! Эх, не успели. Да надо за ноги поймать, за ноги. Давай, Миша, тяни. Вали его, Миша. Ой, блядь. Все, люди уже устали, а это всего второй олень. Впереди еще целый день работы. Так, техники безопасности все расписались. Серега, помогай. Он за кончик рога зацепи как-нибудь. Есть, 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 есть. Давай, давай, подходи. Быстрее! Вася, Вася, подходи! За рога, за рог бери! За рога бери! Нахуй! А вот так ты повалишь! За рога надо брать, Вася!
Чуть меня не убили. В общем, без комментариев. Хрена мне по спине пробежался, гад. Дорога с той стороны, Вася. Дорога. Сейчас пройдем. Пли его сзади. Опа. Все. Все, бери за рога. Рога, рога, рога. Дорога. Не, не бойтесь. Все, поздно. Все равно надо крутить. Вот. Вот, вдвоем. Помогай ему. Ой, все. Осторожно! Самое главное, о! Есть! Есть, Вася, вылазь! Вася опять! Держите его крепче, сейчас скочит! Сейчас скочит! Садитесь на него! Вася! Не отпускай, рога! Вот у меня, рога! Я здоров, а! Очень сильный олень. Внутрь, да? Не, сверху. Сверху. Да не бойся, он не кусает. Рога собирают и увозят потом в поселок. Стоят, конечно, недорого, но хоть какое-то подспорье. Все, теперь производитель дней 5 будет спать. Ага. Ага. Пахнет, а уже ломается ручка. Пусть вас не удивляет большое количество людей, присутствующих при ловле производителей. Дело в том, что ночью в бригаду приехала большая группа людей для обработки оленей против подкожного овода. И сегодня они как бы отдыхают после долгой трудной дороги. Ну и все, кто могут, помогают оленеводам валить оленей. Вот опять человек необдуманно подходит к производителю. Опасно.
Так, 10 часов утра, время связи. Вот вездеходчик устанавливает антенну. Обычно в оленеводческих бригадах за связь отвечают водители вездеходов. Родион Петрович, здорово. Давай это. Нормально вызывает. Тарос. Тарос. Первый 31. А, да, приехали, приехали. Вчера вечером. Скажи, Таросу, все нормально. А у нас также солнце, ветер, Олежки рядом. Пятый, привет, как погода? Завтра будем работать. Я буду строить, а завтра будем работать. Как там остальные, третий, пятый поживают, как у них погода? Пятый на связи, все нормально, погода хорошая. Пятый, погода нормальная, все нормально. Ясно, понятно. 33-й ушел к 31-му. На связь не выходят, наверное, выехали. Еще накануне вечером по радиосвязи бригадир первой бригады вызвал к себе на помощь своего соседа, бригадира третьей бригады. И вот сейчас его ждут. В принципе, он должен подъехать с минуты на минуту. Здорово, Толян, как у тебя погода? Погода солнечная, ветра нет, все. Ясно, у нас ветерок, солнце тоже. А ваши 31-го там же, на южнее? Говори. Южнее, южнее. Посередине перевала же. А-а-а, я. 31-й уходит со связи. Ну вот, наконец-то появился вездеход третьей бригады. По случаю приезда оленеводов третьей бригады объявили перерыв на завтрак, так как утром большинство пастухов, не поев, ушли в стадо, чтобы подогнать его к палатке. Сейчас восполняют
Оленеводы довольно часто и охотно ездят и ходят пешком друг к другу, благо маршруты передвижения стад идут параллельно, и бригады находятся недалеко друг от друга, километров 15-20. Ну, еще кружечку дает. Теперь я его. Это вот это ущелье напрямую вот это. А вот, вот это вот. После завтрака работа начинается даже с большей интенсивностью, благо людей прибавилось, да и новички приноровились к этой работе, поняли, что от них требуется и чего нужно опасаться. Параллельно с работой по производителям оленеводы отлавливают больных некробактериозом оленей. В отличие от оленеводческих хозяйств, расположенных южнее Канергинской тундры, здесь почему-то вспышка некробактериоза происходит в сентябре. Причем олени болеют до наступления холодов, что не характерно для других территорий, где вспышка некробактериоза обычно начинается в самую жару. Процедура лечения довольно проста. Оленю дают жаропонижающие,
вкалывает антибиотики. Если есть открытый некротический очаг на капоте, обрабатывает его Владимир Петровна, твой клиент. Отдельно не ходи. Мастер Рома. Притовский. Там у всех скастрировали. Средний, да? Чужак. Захотелось ему свеженький. Ага! Назад! Ага! Василий, вали! Вася! Слово тебе! Бойся. Производителями надо смело, но осторожно работать. Основной метод ловли оленей, который практикуют оленеводы, это отделить с небольшой группой нужного оленя и потом пропустить его между собой, так называемого. Сделать ворота. И когда олень пробегает между оленеводами, его отлавливает. Часто опытные оленеводы ловят как бы с подхода, с места. Бригадиры часто, даже зная, что не добросит аркан до нужного оленя, просто как бы обозначает броском аркана, какого оленя нужно поймать. И помощники, делая ворота, отлавливают нужного производителя. Работа часто идет, проводится несколькими группами, независимыми друг от друга. Одна группа ловит производителей, другая ловит хромых оленей. Бригадиры и старшие пастухи часто просто ходят по стаду, осматривая оленей. Вот два старших пастуха. Уже сами решают, кого ловить. Вот ворота. Поймали хромую важенку. И зовут специалиста, чтобы тот провел курс лечения. Вот мы видим основной метод, каким валят производители. Ловят его двумя арканами,
за рога и как бы растягивает в разные стороны, чтобы он не бросился кому-нибудь из оленеводов. А сзади пытается поймать за ноги. И вот так вот его и валят. Вот, вот они ворота. Е, хорошо, растягивай. Правильно мыслишь, вот так вот. Yes. Обратите внимание, идет группа людей. Здесь соблюдается некая иерархия. На полшага впереди всех идут два бригадира. Сразу сзади них или немного сбоку старшие пастухи. Все остальные пастухи и помощники идут на почтительном отдалении. Это связано с тем, что бригадирам всегда нужен необходимый обзор. Они могут с подхода сразу же бросить аркан, чтобы никто им не мешался. Ну и вот бригадир как бы обозначил броском аркана, какого производителя необходимо ловить, и пастухи, помощники убежали ловить этого производителя. А два бригадира и два старших пастуха пошли дальше. Вот здесь хорошо видно, что старший пастух вот идет справа.
Немного на полшага отстает. А вот здесь вот все идут вровень, в линию, так как справа человек, да, главный зоотехник. Естественно, что все соблюдают ровную линию. Ну, бригадир первой бригады, как хозяин, все равно чуть-чуть впереди. Ну, и бригадир третьей бригады давно не виделся с главным зоотехником. Обменивается последней информацией, планами. А вот только коммутатор кланят. Бригадир первой бригады идет без аркана. Что-то у него случилось с рукой. Поэтому он только сейчас показывает, кого ловить. Бывает, что оленевод ловит сразу двух оленей. Рывок получается очень мощнейший, что приводит к данной ситуации. Парень немного неопытный, не подготовился к рывку. Того пора. На сегодня работа закончена. Отловлено 25 производителей. Отпилены рога. И пролечено 6 хромых оленей. Come on, come on.
Только чуть постарела,
обрамленная льдами. Первый ты из первых. Родион, привет! Опа! Давай, давай, давай! Сейчас, опять! Держите его крепко сейчас! Прошел.